Так, ребят, всем привет, вы на канале Бутербродница. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс вы всегда можете найти, с кем там поиграть. А, еще есть ВК-группа, ребят, я там тоже выкладываю много чего, и ссылка также есть в описании. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Так, ну что, всем привет, ребят. Колян тут. Так, а что у меня тут сенсой? Какого хрена она у меня? Низко. Подожди, это... Вот это и есть бит-вечеринка? Судя по всему. Стой. Там... Так, мы решили... Так, давай с самого начала, подожди, начнем. Мы решили посмотреть, что такое, типа... Бит-вечеринка и все вот это вот в теме. Ну, типа, стилистика Майнкрафта. Но кроме тупых, красивых персонажей, я ничего другого здесь не вижу. Почему здесь карта... Самый обыкновенный режим с захватом точки. Да, и карта, при том, что, ну, она... С ней ничего вообще, они карту ничего не сделали. Я тут думал, сейчас в удовольствие покачаю ППХ новую. А получается-то... Прыжки тут повыше, понял, делали? Ну... И как там всё на этом? Я чё, не попадаю-то, а? Подожди, чё происходит вообще? Режим какая-то хуета. Но тут голова типа у тебя ещё вырастает, блядь. А. Типа, как я понял. Ну и, ага. И типа разваливаются люди, типа в пикселях, да? Ну, вроде как обычный, типа, эффект от убийства там. Ну, платного да. Скина. Ну да, кстати. А чё это вообще? Я реально, я видел ролик. Там прям ёбаный Майнкрафт вообще. И там карта прям такая, мы из Майнкрафта вообще все как надо. Карты выбирались у нас, кстати, сейчас. Нет, карты выбирались, но там не было такого, ну что, типа, стилистика Майнкрафта. А. Блять, а чё? Ну, как будто режим прям сделан на отъебись максимально. Да. И еще... Прям максимально на отъебись. Я не понимаю, что с оружием не так. Урон как будто... Есть, а как будто его нету. Чё это такое вообще? Тоже чувствуется. Чувствуется, да? Чувствуется, ага. Как будто тут понерфили вообще всю фигню полностью. Как-то даже персонажи двигаются иначе. Ну, да. Типа, понятно, ладно, прыжки тут выше сделали, но они... Блин, прыжков даже какой-то этот. Я вообще попасть не могу. А, ну я еще и на первом месте. Я не попасть не могу, да? А другие вообще, я так понимаю, ничего не могут, да? Классика? Блядь. Ну я реально, я разочарован, если честно. Вообще вот этой вот ситуации на данный момент. Согласны, я тоже. Там через 10 часов еще режим какой-то появится. Ну, знаешь, 10 часов я манал ждать. Я вообще ничего не... 10 часов записывать. Ну, да. Я вообще ничего не могу понять. Я вроде попадаю, а вроде не попадаю. Еще у некоторых, заметил, следы есть какие-то, а у некоторых да. Нету. Это, ой, типа... Что это за фигня такая? Опорный пункт тут еще, смотри. Люди еще и захватывать что-то пытаются. Ага. Тихо. Точечный авиаудар. Вообще. По ним? Да кто его знает вообще? Я даже тут на карту не смотрю. Я вообще, по ну... Ним, судя по всему. Да блядь! Что там, с какой стороны-то они вообще залезли? Теряю магазин, что? Теряешь магазин? Ну, что-то сказали. Типа, бизнес не окупился? Да, блядь!
Я хотел в игру спрятаться, в игру хотел спрятаться. А там уже я прятался. Да. Типа какого хрена вообще? Блять, чувак, ты не с той стороны запрыгнул вообще. Вот знаешь, еще вот этот режим про мутагены, еще прикольный режим. Ну да. Да, вот. Как, ну, типа перки, что-то поинтереснее, что-то новое. Да, я прям... То есть я прям могу, вот знаешь, прям вот... Я прям был доволен, если честно, тем режимом. Типа было прикольно. А он кончился, все? Нет. В него можно... Ну, в него мы как раз, я так думаю, надо будет зайти после этого. Там катки очень долго ищутся, видишь, что? Ага. Там полгода... А что, людям не понравился режим? Да, многие говорят, кстати, про это пишут. Почему? Не знаю. Наоборот, блядь, ну, это реально что-то новое в колде. Из всего того, что они добавляют. Блядь. Я вообще... Чуть-чуть какое-то есть расстояние между тобой и игроком. Все, урон не входит вообще никуда. Ага. Урон в сделку не входил. Да, просто все, считаю, что у тебя нет этих... Нет рулонов, блядь. Это какой-то вообще, блядь. А сколько-то еще по времени-то длится будет? Да вроде уже это, скоро все. А мы побеждаем хоть? Нет, проигрываем. Мы еще и проигрываем, подожди. Да. Надо... Тут же надо удерживать точку. Ну все, удерживаем, нам надо победить. Ой, там где-то кто-то лежал. Все. Сейчас смотри, короче. Все, Сентакс был, Колян. Блять, нет, это вообще рулоны какое-то говно. Да, да. Или тут надо прям в голову типа попадать. Может быть для этого, что здесь бошки растут. А, ну кстати, в этом есть логика. Мне кажется, наверное, поэтому такая шляпа. А в тело нифига. И поэтому все бегают с ножами. Прям многие. Так, я где ресуюсь, всегда 10 человек стоит, в меня смотрят. Замечательно. Я где ресуюсь, у нас стоит АФК какой-нибудь. Балбес. Да что ж такое? Мины! Они мины кладут здесь! Ты представляешь? Дураки, дурацкие. Мины, здесь лежат мины. Ну нужно килы нужны срочно. Дайте килл, блядь. Вообще не говорю. Ой, поставлю. Это что прилетело в нас там? Ракета. Эх, они победили. Ну, я... Говно, надо удалить. Да, в это, я думаю, больше в целом, наверное, заходить мы не будем. РПГ, смотри, как нас прилетело, да? Ну, давай, я не знаю, попробуем найти теперь катку, ну, в ту фигню, да? Поехали, да? Слушай, мы на первом месте. Так, давай, наверное, вот сюда прям. Давай. Прям к магазину. В лютейший замес. Да, Warzone! Вот, что, ребят, короче... А, это цитадель, блядь, слышишь, чё? Пиздец. Где тут двери-то, а? Блядь, тут снизу что, нет дверей? О, нашёлся из стороны. Поиграли, короче, мы в этот Майнкрафт с Николаем. Ну, впечатление, конечно, говно, я скажу. Лютейший. Да. И, слушай, столько золотых газиков валяется, я манал тут. Их прям до хрена прям. Да что? Вот. И вот, мы решили зайти с ним сыграть вот в эту еще херовину. Мутагены. Ждали катку мы, наверное, минут 300. 300? Ну да, где-то так. Ну как раз там, чтоб шутку написали. Да, еще на тракторе никто не подъехал. На трассу? На тракторе никто, чтобы не подъехал.
Да, я думаю, они уже выстроились, уже все такие. Трактор, трактор, трактор. Я трактор, трактор, трактор. Я трактор, трактор, трактор. Я трактор. Я думаю, вот так вот это прям работает. А что, что-нибудь нормально вообще? Есть по оружию? У нас вообще есть деньги на комплект уже, наверное. О, у нас один ливнул зачем-то. Охуенно. Ну, давай купим. 12500. Давай купим. Нет. А, это не ты, блядь. Это не я. А вон. Бросай ему денег. Он вроде умный. Ну-ка, купит. Сейчас купит себе рез. Смотри. У меня тут станция покупок. Чёрт, блядь. Деньги верни, деньги верни. Give back. Ты дурочный, что ли? Give money. Дольбоёбс. Ботокс, you дольбоёбс. Go buy комплект. Блядь, он чё, ебло, что ли? Buy комплект. Ну что, ждем, пока его убьют тогда, блядь. Да его не убьют, Колян. Никогда, мне кажется. О, вот тут зрение лежит, слышь, че? Ага. Блядь, не, ну это, конечно... Это хорошая штука зрения. Это охуеть, блядь. И че, и он идет за нами, да? Бай комплект, дольбоёбс! Зачем ты в машину сел? Это не я, это долбоёбс. И он еще... Бля, я в ахуе, слышь. Он еще и уехал? А вот типы стреляются, вот тут прям, Колян. Да. Блядь, че за газ? Упрыгал один. Да. Блядь, тут невидимка. Пометил. Да все, какая я вообще. Я уже невидимка, я же не вижу. Блядь, вот он ебал. И наш этот придурок умер, ты прикинь, этот идиот умер, блядь. А, нет, он успел. Его то, нас всех троих где-то нокнули. Если этот урод сейчас... Блядь. 15-20 минут ждали катку, блядь. Да, где-то так. Чтобы у нас один тиммейт ливнул, а второй был долбоебом. Какой вообще это ужас просто. Так, я не знаю, что сегодня за день, но мне кажется, это прекрасный день пер день. Я считаю, вон туда надо лететь. Прямо к магазину. Вот, потому что... Не, ну вот этот типок с деньгами, конечно, это вообще нормально. Это прям лучшее, что могло произойти. Блин, я один прилетел, да? Очень неожиданно, я подлетаю уже. Но к тебе вон летит еще. Тут уже внутри есть еще тип. Пулемет, сученька. О, смотри, корона, бетка. Вот тут в домике, в будке. А он еще справа. Охуеть. А где в домике? В домике не вижу. Снаружи, он под нами с флагом корона. Ваш союзник оказался в гулаге. Чтобы вернуться в бой, ему надо выжить. Броню надо срочно ставить. Отправляю вам посылку. По гулагу погулять чуть-чуть. Ёплю! Ты чё? Да ебанутые, что ли, ты нахуй? Готовьтесь получить посылку с наградой. У тебя там чё случилось? Теперь всё зависит от вас. Я ещё не видел, чтобы в голове вот так сидели, блять. Он прям в какой-то пиксель смотрел на меня. У меня на крыше тип сидит и на меня смотрит, блять. Всё, у меня можно покупать. Ой, последний пулька, ебать, нокнул. Ой, еще бежит, видел? Да. Нормально приканула. Ой, хорошо. Ой, что творит. Что это вообще за пулемет такое? Неплохо.
Ебать, ты что, это блядь? Ты что, ты, блядь? Что за 6 киллов, блядь, в начале катки? Это что вообще такое, а? Мы теряем позиции, вперед. Так, тогда вот это еще залутать, блядь. Это было очень неожиданно. Какие-то перки, блядь. Так, пулемет сразу нахуй убрать надо этот, куда-то выкинуть. Что тут у этих есть? Дымка. Бал. Бал этот заебал. Обнаружен боец противника. Боец противника. Противника. А где он обнаружен? Ваш отряд в безопасности. О, подожди, слушай, мы комплект можем купить. О, отлично. Давай-ка на магаз. Вон, летит на крышу. Блять. Но он улетел, похоже. Чего? Скинул бабки на магазе. Ты убил типочка? А в Галаге? Чё ты в Галаге не справился? Почему? Он от пикселя стрелял. Это чё? Ты куда поехал, Колян? Ну, это типа шутка, отсылка к предыдущей. А, ты типа забрал деньги и полетел такой, да? Да. Ебать, юморист. Гениально. Да вообще не говори, просто гениус. Дженниус. Денег надо еще мне дать. Почему? 10 тысяч комплект стоит. Ну на! А все еще не хватает, все еще не хватает. 10 долларов, на, забери. 10 долларов, вот, на тебе вот. 10 долларов. Работала бы тетя Галя в магазине, она бы сказала, завтра занесешь, блядь. Да, мы все равно бы тут... Че? Мишон. Ой, а я это... Я лутаюсь пока. За какую свободу, блядь, Чего? Это... Может, ты купишь комплект уже? Я пытался к нему продвинуться. Слушай, какая-то сборка прикольная на ствол. Он убивает, он раньше не убивал этот ствол. Я вообще его никогда не брал. А сейчас я даже вместо своей ППХ его возьму. Он прям интересно работает, блядь. Вот так. Чувак, стой! Он же в нас даже грену кинул. Купи рез, наверное, если себе, Колян. А он стоит, по-моему, 4000. А сколько? Да. 4000 стоит. Ну, нету денег. У нас не хватит, да. А что, ты хочешь куда-то поехать на машине? Я не знаю, кататься. Ой. Ты не хочешь? Ну, на бронированное, наверное, надо. Или на вертушке надо, мне кажется. А, ну давай. Видишь, что? На это вообще, наверное, небезопасно. А где у нас задание на убийство? Вот тут. А, прям рядышком, что ли? Да. Мы можем вот эту подальше забрать, она исчезнет потом. Да, нет, давай вот эту возьмем. Что-то кряк типа занерфили. Говорили, что невозможно, кряк очень крутой и мощный. С ним нереально, он всех убивает. Вот так-то, блядь. Да, это какой-то вообще ужас. А оказалось. Да? Что нихуя не оказалось. О, вон он в этой херне. Че? Ой. Противник высаживает десант, следите за небом. Все цели уничтожены, вот это работа. Ебать, это лучше не видели. Я пересмотрю потом это говно. Он убегает, Колян. Это другой. А я за другим бегу. А я тоже, да. Ой, урод, блядь. Задолбался он там прятаться вообще. Охуел. Вообще. Тропа говно. Я просто решил его уже убить его кулаками просто. Не бегать за ним. Он там лег, спрятался туда-сюда. Там ляси-боси, трупа-пуси. Нравится, да? Бам-бум-буси, да. Прыгает, скачет такой.
топ-1 занять хочет. Ну, у него что-то, кстати, дымок, у него дымок что-то штук 800, наверное, было. Я так и не... Я это не... специалист, получается. Подожди, а ты что вообще там один делаешь? Ты не, ты не забывай. Это четвертки, Колян. У тебя да, вот, вот в этом, вот в этом доме тип. Он бегает где-то. На дороге там еще один. Вот с этой стороны выходить что? Будут люди. Ой-ой-ой. Да, у меня дробовик, Колян. Давай-ка наверх, наверное. Как-нибудь. Так, как мне к тебе залезть? Вот тут лестница. Вот, нашел лестницу. Он у тебя на крыше прям, что ли? Нет, внизу бегает. Чего? Кажется, это не моя точка. Сейчас, подожди, дрон запущу. Ох, нифига под нами народу-то, слушай. Ну? О! Еще высадка. Пойдет? Да, и там рез лежит, где я нокнул, типа... Нихуя меня с окна расхуячили вот с этого, Колян, все покупать мне надо. Он просто сидит, он просто сидит. А, у меня еще... Не, не беги, у меня ГУЛАГ, Колян. Ага. Тусуйся. Пока. Ну, короче, внизу, вообще, вниз прыгнешь, умрешь сразу же. Пока я внизу. Эй, иди обратно. Там их очень много, Коля. Трое вроде. Ну, там кто-то крысит где-то в каком-то окне. Мой умер, тип. Его так и не резнули. Это топ-6! Сейчас будет. Я уверен. Ну, конечно, не 6 бы, что-нибудь другое было бы. Ой, это этот же типок пришел ко мне в ГУЛАГ, которого я дрона убил. Нормально. Так, самое плохое, что я сейчас не возьму комплект свой, ГУЛАГ закрыт. Ох, ты убил меня. Ты его убил? Да. Нет. Да, но это... Ну, нет. Только что расстрелял. Вот он. Снайпер ликвидирован. Не, непонятно, кто это. Точка. Газ приближается. Мне бы свой комплект забрать. Ну-ка, дай-ка я дрона запущу, посмотрю, есть внизу кто-то, нет? Так, внизу на, на моем трупе нету. Ой, а зона идет, да? Да. Ой, этот улетел. О, я горю! Ой, я не смогу взять. Ё-моё! Капец, у меня нет оружия. И брони у меня нету. А чё, вот этот не возьмешь? Вот тут на желтый тип. Мне броня надо вообще, Колян. Рез нашел тебе. У меня есть. Ладно. А ты где вообще? Ё, нихера. Я вперед прилетел. Да, у меня тут справа и слева, блядь, народ. Осталось 4, заканчивайте работу. Ой, вон там, короче, толпа, Колян. Да. Блядь. Не хватает прям это урона на такой дистанции. Противник отмечен. Брони нету! Держись. Так, давай ко мне. Спрыгивай оттуда, спрыгивай, умрешь! У тебя газ говняц, нам надо перейти налево, Колян. Там он с этого. Так нахуй я летаю. Да. Да есть броня? Да, я бегу. Дай брони. И пойдем на по левой стороне. Где она? Под ногами. Слышь, нас там... Откуда ты... Да вот, канава, Колян. Блин. Канава, твоя любимая, помнишь, где ты с видеокамерой, блядь, сидел? А, точно, это что место? Да, я беру с собой видеокамеру. У нас справа в домике есть. Ну, у нас все справа. Вот в этом. Тут же можно пройти, да? Да. Вот. И ты... в спину к ним зайти. А, или вот от холма. Там есть за холмом. За тем холмом по-любому есть люди. Газ уже близко. Там же было... Можно хату занять. Вот там сидят. Нам вот эту надо... Нок? Ой, нокнулся. Уходи. Блять, у него рез левее, давай. Вот так. Вот в этой хотенке...
должен быть человек сидеть. Нас пушат, Колян. Справа. Ой, ну как же, блядь, ты его убил, блядь, не вовремя, чуть-чуть вообще. Чуть-чуть не вовремя. Это последние остались, двое, Колян. Тебя пушат. Зачем ты так на крышу долго лез, да? Ну да. Но это топ-2. Топ-2. Так, надо по-быстрому нажать выход, чтобы не смотреть все эти мультики, бубультики. Как? Не могу нажать. Я думаю, еще одну можно, да? Да, давай. Блять. Ну нет, мы будем смотреть мультики. А вы не будете смотреть мультики, я это обрежу, ребят. Иглом. Так, ну что, зона у нас в городе, да? И поэтому... Давай сюда. И поэтому это у нас будет топ-10. Из топ-12. А, да? Ну да, ну вот так вот. Тогда оно будет вот так как-то. Ты чё там? Блять, у нас ебашутся. С кулака, блять, он... Ебашил тут типов, блядь, прикинь. Дурак, придурочный, я тоже с кулака убил. А вот с кулака убил. На крыше. А зачем? А чё, блядь, ну пусть они этот. Ну чтоб, знаешь? Ну, нет, уже, думаю, молчи, Коля. Тогда, Степа. Уже всё, во-во. Вон, метка, видишь, вон. Смотри, хуярится. Блять. Вон он побежал. Отряд противного на нас идет. Блять, на меня он вышел, Колян, он каленый! Ой, умру! Ой, умру! У тебя рез был, ты че? Не было. Откуда, с чего ради рез? Это рез в этом есть, в зомбиленде. Ясно. Ты его не убил? Убил его. А, это я сейчас с ним в гулаге, значит, я в гулаге сейчас проиграю. Надо сейчас, значит, брать гулаг умом, а не стрельбой. А у меня есть антибункер, представляешь? Нет, я денег не хотел. Нет, я его убил! Я его убил! Убивца. Говнюка этого. А чё, на нас уже все, никто не охотится, да? А судя по всему. Нет! Блять, иди в очко! Там один нокнутый. Второй тоже. Ой, хорош. На развороте, ебать, вышел. Вы теряете позиции, вперед! Патрон толейл. Так, а чё нам... Ва, нам 10 тысяч надо, да? 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 Как будто кто-то бегает у меня, знаешь. Да, вот в этом окне. Блять. Каком? А, я снайперку, блять, не поднял, подожди. Блять, не то оружие. Что происходит вообще? На первый этаж, что ли, спустился? Слушай, у меня есть эти. Все члены отряда в безопасности. Всевидящие оки всякие. А. Сейчас я подожди, запущу, посмотрю. Эти драндабелды. Вот в этой хате есть. Противник начинает высадку в район. И высадка еще. Ну тебя сверху смотрят. А, да, вот на крышу приземлился еще один. Блять, ебать я снайпер. Их теперь тут двое, Колян, должно быть. Ага, а как мне накрыть? А, вон нашел. Окей. А, это который этот, с ГУЛАГа вышел. Которого ты убил тогда. Ну их тут двое, да. Вот он, блядь, братан. Как меточка охуенно сработала. Да, да, да. Аккуратно. Блядь, 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 блядь. Ой. Ой, вот, ой, ой, пошли на магазин. У нас есть комплект.
А, на деньги. Бросил. Покупай его быстрей. Я запущу сейчас еще один дромбан. Есть еще у меня один дрончик. Вот так давай. И раз. А где сраный? Вот. Магазин, вон он. Ты че? Во, тип бежит. Тип, блядь. Где? Блядь, метка, Колян, ты че? Она, блядь, в спине не видно. Ты на него стоишь, смотришь прям. Это я развернулся в этот момент. Ты мне врешь. Нет. Так, еще есть у нас? Ой, вот побежал. Вот тут, да. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот он. Видишь, на него встала метка? Да. Надо туда идти. Надо. Так пошли, что стоишь-то? Пошли. Только... Ой, что-то как-то далеко, блядь. Ой, что-то лаганул. Он в дверях застрял, прикинь. Балбесный. Вот, вот, двое слева, смотри, стреляются. Безопасная зона перемещается. Двое. По стрелушке, блядь, на лестнице не попал. По стрелушке устроили. Хорошо. Молодцы. Где? Нок! Ай, почти. Там еще что-то справа было, подожди. Еще и вот. Вот он, значит, ой, на меня смотрит. Второй к нему прилетел. Ой, это тот же самый опять. Броню вставляю. Ёх, твою мать, я тоже. Не заходи туда. Я вниз спустился. Я ж там тип. Я одного убил, а он, наверное, второго убил. Вон еще вот оттуда стреляет. Ага, не видать пока. Какая мимо? Подавляю вообще. Кто побежал? Не знаю. Не за... Я же говорю, есть! Есть! Я же слышу! Я же его слышу! Еще бежит к нам. Да. Ног. Сейчас этот будет спрыгивать сверху на нас. Ой, у нас на крыше, Колян, на крыше, на нашем доме. Понял. Он на... спрыгнул, но поехал по трассу на другую хату. Я в хотенку вернулся. А, вон он там сидит. Но его зона будет выдавливать. Я понимаю, антибункер дом. А, вот что он убежал. Упал парашют. У меня еще один есть антибункер. Ой, ой. Он стреляет. Дождем, сейчас его выдавит. А, не, нихуя его не выдавит в зону. У нас кто-то бежит. Да? Это по тебе? Да. Свез мне, блядь, все, что можно. Свез? Ну. Блядь, снайпу не могу взять. Блядь, тут лежит снайпа, я не могу ее взять. Он спрыгнул. Куда? Налево, направо? Влево. Вот туда. Че? Подожди. Че? Чего? Чего, блядь? Не. Чего? Далеко. Надо уходить. Где отсюда. Где что-то? У меня снайпер стреляет. Высадка, блядь. Резинка есть вот. Можем на нее. Нет, пошли полево, стой. Там снайпера везде, блядь. Я ебал, два парашютиста. Они нас снимут с этой. Это что, блядь? Вам угрожает газ, безопасная зона перед... Это что сейчас было? Это парашютист. Чей? Который. Блядь, тоже... где-то под нами. Тоже показалось, да? Нет, я его слышу. Вот он, блядь. Ёб твою мать! Ты чё? Я пиздякнул. Ну!
Ой, блядь. Еле его добил. Посылка с комплектом уже в пути. Так, ну чё, нам надо на парашют лететь. Да? Ну, на ангар, все. Ангар, ангара нету, я гоню. Это просто бочки. Я на экран приземлю. Ебать! Блять, ну ты чё? А нету, я на соседнем кране наверху. Я в курсе. Зачем на кран? Зачем на кран? Он же меня и убил, потому что я к тебе начал подходить. Я, то есть, получается, прям на него бежал, и он спокойно в меня выстрелил, и все. Делов-то вообще. Я хочу сказать, ребят, вот. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда новый ролик или стрим на Твиче. Ну или на Ютубе там, или еще что-нибудь. Короче, еще есть ВК-группа, там тоже. Переходите, пользуйтесь, радуйтесь и наслаждайтесь. Вот, ну а на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения. До следующего ролика, ребят. Всем пока-пока. Пока-пока.